Алло. Алло, Василий Григорьевич. Слушаю вас. Здрасте. Как это? Значит, смотрите, я ваш номер тут нашла на черной карте Беларуси. Знаете такую? Нет, не знаю. Слушаю конкретно. Так вот, конкретно. Вы в 2020 году доносы делали в милицию о том, что люди там прячутся от ОМО... Делали вы доносы в милицию о том, что люди от ОМОНа прячутся, и то, что на деревьях висят шарики бело-красные. Что? Кто? Вы такого не делали? Кто? Что кто? Что, ёбнутая? Ну нет, вообще-то. Ну, так я думаю, что ёбнутая, с пацанами вообще дела не имею. Нет, так не звонили вы в милицию, не жаловались на такие вещи в 2020 году? Нет. Ну вы из Столина, правильно? Нет. Кто? Вы из Столина. Я? Да. А раньше было что? Ну ничего, КГБ уточняет просто. Ищет своих какой людей. КГБ? Белорусская. Что ты мне нахуй сунешь, блядь? Ну. Вот. Говорю, спрашиваю, вы кто такая? Из КГБ. Кто? Проверяем. Проверяем информацию. Наш вы человек или не наш? С какого нахуй КГБ, блядь? Если вы с КГБ, то идите вы нахуй. А? Ну, у нас ваш есть адрес. Это я бы по... И что мне сделать? Повеситься мне, что ли? Не надо так вот опрометчиво поступать. Вот, но вообще... Повесточка, нахуй, и все. Хорошо, повесточка, это хорошо, да. Это вообще, я на самом деле хотела спросить, что у вас там эти, в вашем районе падают, бомба упала, ну или какие-то там обломки. Так я хотела спросить, как вы себя чувствуете? В Столинском. Что там упало? Я там, блядь, не живу, нахуй, уже, блядь, больше 30 лет. Вы что, блядь, зубы упали или что? Ну, вот такая информация есть у нас, понимаете? Поэтому вот какая и звоним. Какая ваша есть информация? Вы какие-то блогеры ебучие или кто вы такие? Ну, ты представься сначала, блядь. Звонишь какого-то галимого номера. А кем вы работаете? Что? Кем вы работаете? Я говорю, ты не представилась, блядь. Чтобы здесь с тобой разговаривать. Мне просто кажется, что вы в милиции работаете. Вот как-то так. Я по... говорю, ты не представила, что с тобой разговаривать. Ну, давай, ну давай я представлюсь. Оля меня зовут. Что давай? Давайте на. А, давайте. Что, давайте. Что ли, девушка, вы где? В ПТУ учитесь или где? Ну, отучилась уже ПТУ закончила. Ну, так смейте дальше, до свидания. Ну, о чем мне с вами разговаривать? А вы в милиции работаете? Кто? Вы. Я с мусорами дел даже не имею и не хочу иметь. Да? Ну, у вас просто лексикон такой очень похожий на мусорской. Вы ебнуты, наверное. Наверное. Вы что-то обкурились, нахуй? Или обколоты чем-то? Да. Видимо, так и есть. Ну окей, короче, ничего не понятно, но ваш телефон тут на карте есть, адрес по улице Ульянова, 46, квартира 67, есть. Вот. Удачи, и... ну если что. Да, до встречи, короче-то. Ничего, ничего. Да, а, ну а это, а из Минска, вот, а из Минска вы заявляли с Янковского, 42. Вот. Такие вот дела. А вы тут ну, все... У вас какие-то данные вообще глупые. Неправильные, да? Конечно, у вас какие-то данные ёбнутые. Ой, боже мой. А чего вы такими матами все время общаетесь? Что с вами не так? Ну, потому что вы какую-то чушь несете. Вы обкуренная? Нет. Нет такого опыта. Ну, мне просто, как, я, ну, я Оля, вот, а мне просто, я интересуюсь людьми из Столина, ну, 30 лет не живете, окей, тогда, но вот есть информация. Вы же против какая этих? Какая информация, если там у меня все квартиры даже проданы, какая информация? Черт знает, черт знает. Вы лохи какие-то педальные, а если из КГБ, тем более, то вообще, блядь, там, наверное, под наркотой сидите. Проблемы с поставками но. Сейчас, так что не получается под наркотой сидеть. Ой. Молодцы, наш. Ну, добрый тогда.
держитесь там. Держись, давайте. Иди учись. Иду.